Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп и наша маленькая мастерская, вот, которая, в принципе, занимается производством аксессуаров для лодок, ну и всякими другими безделушками, которые кому-то интересны, кому-то нет. Ну, хочу запустить небольшую серию видео, на которых буду показывать, много болтать не буду, буду просто показывать, как и что я делаю. Вот, у кого-то есть, будут, если будут какие-то вопросы, можно мне просто писать, я буду на них отвечать. Вот, небольшая такая серия, посмотрим, что из этого получится, сам пока еще не знаю. Вот, поэтому запускаем этот проектик небольшой, посмотрим, кому интересно, кому нет. Ну, вот заодно будем показывать различные приспособы, которые делаем для своего, для своих станочков. Какие-то станочки делать будем. Это уже все в процессе. Как говорится, кому как и что интересно или неинтересно. Итак, на сегодня у нас заказали накладки на танец. Вот. Фанера у нас ламинированная, финская, сделанная в России, естественно, по финской технологии. Вот. Накладка на танец с толщиной 18 мм. Ну, в принципе, фанера основная 15 у нас идет на боковину. Ну и дальше все, в принципе, попробуем, наверное, всего вам показать. Видео, естественно, для плюс 18, сцена курения, нецензурная лексика и все остальное не исключены. Поэтому, да и работа с станками детям без взрослых особо нужды нет. Поэтому всем спасибо за внимание. Поехали. Да, кстати, и по технике безопасности я эти уроки в школе прогуливал, вот, поэтому очень страдает, но постараюсь их соблюдать. Поэтому в комментариях можете не писать. Работать в перчатках нельзя, ТРПРы, защита и все остальное. Все это проходили, все знаем, но, как говорится, пальчики, ручки все целые. Вот, работаем уже не один год. Но все равно, спасибо за внимание. Теперь делаем такие два паза.
Ну, в принципе, на станке на фрезере накрыли щеки. Фрезер у нас получается вот такой. Зубик. АЗФ 19D0 АЗК. Вот. Мощностью 1900 Вт. Ну, с регулировкой оборота, всего остального. Это, в принципе, не очень интересно. Вот, проработал он у меня уже 2 года. Ну, естественно, тут уже щетки менялись, наверное, неоднократно. Сейчас скажу, 1, 2, 3, 4, 5. В меру того, что напряжение у меня тут достаточно слабенькое. Вот. Но сейчас вот поменяем щетки.